Ломать не строить. В оккупированном Луганске обрушился мост. Из-за танков и тяжелой техники оккупантов не выдержала и упала пешеходная часть моста между остановками городского транспорта улица Чапаева и Пархоменко. Движение городского общественного транспорта изменили по 12 маршрутам. Об этом пишет Технополис. Железобетонные конструкции висят на проводах, которые находятся под напряжением. Жители города в соцсетях сообщают, что по мосту в прошлом году постоянно передвигалась тяжелая техника и танки. Поэтому разрушение моста было предсказуемо. Позиция боевиков стандартная – происки врагов и безответственность прошлой власти, говорят самозваные мэрии города. Вот только нынешняя сепаратистская власть и прошлое безответственное – это одни и те же люди. В частности, мэр-самозванец Пилавов. Правда, и сейчас сепаратист-чиновник делать ничего не будет.